лучшим не потому, что убивал быстро. Я был лучшим, потому что толпа меня любила. Я покорю толпу. «Гладиатор 2» выйдет в ноябре, но есть одно значительное упущение. Рассел Кроу, звезда кассового хита 2000 года, не примет участия, ведь его персонаж умер в первом фильме. Но отсутствие Кроу в продолжении окажет серьезное влияние. Каким образом, спрошу я? Погрузимся в экранное обсуждение. Роль Максимуса Меридиуса помогла Расселу Кроу получить «Оскар» и закрепиться в списке голливудских звезд. Также это помогло Кроу добиться успеха в кассе, когда «Гладиатор» принес более 465 миллионов по всему миру. В 90-е Кроу создал сильную фильмографию, состоящую из боевиков и драм. Успех «Гладиатора» помог Кроу окунуться в новый жанр «эпическое кино». Кроу поразил зрителей в «Хозяине морей», «На краю земли», «Отверженных», «Ное», каждый из которых показал отличные результаты в прокате. Фильм 2014 года «Ной», Даррен Аронофски, последний эпос с Кроу. Зрительские оценки были смешанными, но фильм собрал 359 миллионов. Со времен «Ноя» Кроу не участвовал в исторических эпиках, предпочитая боевики и инди-фильмы, в которых его возможности не полностью раскрыты. Настало время Расселу Кроу вернуться к тому, что он делает лучше всего – бить кассовые рекорды. Мне не интересно. Все на сейчас. Спасибо за просмотр «Скрин Ран».